Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И у меня есть хорошая новость. Знаете, в чем заключается она? В том, что мы в армии сегодня с вами смогли проапать БФГ до 4 звезд. К сожалению, вы это не увидели, ребята, это было за кадром, чисто случайно получилось. Но, тем не менее, факт есть факт. Так что ежедневные испытания у меня тоже пройдены. Давали нам в награду вот это вот, ребята, башню, это башня друидки. В общем, все три попытки, как говорится, точно в цель прошли, мы победили. Так, и основная моя задача, ребята, 81 уровень хапнуть, но не уверен, что у нас сегодня получится. Зайдем в магазин и посмотрим, остались ли у нас, да, ребята, эти баночки еще до сих пор здесь. Поэтому нам нужно накопить немножко денег, чтобы купить опыт. Ну что же, а пока отправимся с вами в бой. Так, мы с вами не прошли здесь уровень за нежить. Надо будет обязательно его пройти. Даже можно, в принципе, сейчас. А почему бы и нет? Так, ну, видите, ребята, у меня энергии одной нету. Это я вовремя успел очнуться, что запись была не поставлена. И, как говорится, все включил, подключил. И думаю, что пора, ребят, приступать. Ну что, этим отрядом, я думаю, что мы должны здесь справиться. Практически одинаковые они у нас, да? У них тоже чумная мышь, тоже у них дед, баллиста и тоже голем, по-моему, так, да? Хотя откуда у них там баллиста? Баллиста только у меня может быть. Ладно, пока шутки в сторону, ребят, на самом деле нам нужно здесь очень хорошо подготовиться. Желательно бы сейчас как можно быстрее мне вызвать баллисту, потому что чумная мышь летучая обычно шутить не любит, поэтому нужно ее как можно быстрее уничтожить. И это под силе именно баллисте. О, даже карточку дали. Так, ну что, вызываем чумную мышь. И я думаю, что пора бы, наверное, уже и дедулечку, да? Наверное, пора дедулечку нам вызывать. Так, чумная мышь. Вот, ребят, я деда уже вызвал. Дед мой идет. Идет дедулечка. Так, ну что, давайте мы этих колобков распинаем всех. Вызовем еще чумную мышь с вами. Слушай, я думаю, что здесь шансов... Он тоже вызвал, нет? Пока еще не вызвал никого, ребят. Пока не вызвал. Так, минус некро. А вот, ребята, и... Бумс! Пускай подумает маленько над своим поведением. Хе-хе-хе-хе-хе. Даже хил не помог, который пытался выхилять. Но, ребят, в любом случае мы разобрали. И это мне нравится, значит, мы с вами здесь проходим этот этап. Ух, бомбежка-то какая, а? Нехилая получается у нас здесь. Да, изи-катка. Как говорится, не смог в тот раз, получилось в этот. Замечательно. Ну что же, мы переходим с вами на территорию захватчиков. Поехали, давайте посмотрим, что у нас здесь начинается. С хитрого пришельца и жаба с молотом. На этих архаровцев, я думаю, можно потратить, наверное, вот этот отряд. Хотя, тут же изи-изи. Поэтому, наверное, мы... Что же нам сделать-то лучше? А давай вот этот отряд возьмем. Да, почему бы нет? У нас, ребят, здесь БФГшка с 4 звездами, прокачанная. Ну, не фулочка, но тем не менее. Так, здесь очень маленькая площадь, да, поэтому если он отправит жабу с молотом, естественно, мы будем с вами... А давай так вот, для затравочки. Смотри, ребят, сейчас наверняка вылетит этот охламон. Нет? Нет, смотрите-ка. Не вышел, похищает. Похитил, ладно, а мы вот так вот сделаем. Ну, так, давай-ка мы еще мечничка вызовем. Так, ребят, я думаю, что пора и БФГшки здесь побаловать малька, да? Так, где этот пришелец? Вот он, сейчас мы его, ребят, вот так вот. В раскисон мы его. Ах ты, ну ладно, пускай будет так. БФГ, ты где? БФГ, бомби! Слушай, против нас этого он сделал, мечника. Давай, активируй, взрыв. Нет, только не паладина. Фух, повезло. Так, и еще одно БФГ мы с вами вызываем. Слушай, я думаю, здесь будет все четенько у нас сейчас, ребят. Все будет просто великолепно. Жаба у нас с пушкой ничего сделать не может. А если я вот так вот, а? Охламонище. Ворует моих юнитов, а? Из-под тишка все делает. Слушай, ну я не нарадуюсь, ребята, БФГшками. Вы посмотрите, как они тут чу-чу-чу бомбят. Смотри, залп просто делают. И все. Пришелец только вылетел, его сразу снесли. Он даже пикнуть не успел.
Слушай, ну с такими-то БФГ-хами мы уже, наверное, с вами будем давать люлей-то не по-детски, да? Главное, что уровень мы этот прошли и, конечно же, будем продолжать. Так, я хотел посмотреть, сколько у меня там денег. Ну ладно, не суть важна. Теперь у нас еще здесь появляется воблер. А что для нас воблер против БФГ-шек? Абсолютно ничего, потому что у БФГ-шек есть, ребята, 12% шанс выстрелить лучом, который уничтожает все на своем пути. Да-да-да, ну не все, я имею в виду слабых юнитов он точно убивает, а слабые юниты это у нас вот эти вот пришельцы, воблеры, кто там у нас еще есть, всякие там лучники. В общем, вот эта вся мелочевка, так скажем. Так, ну-ка, воблер, воблер, ребята, вышел, нам надо что? Нам надо вот что сделать. Бомбить, конечно же, бомбить. Ой-ой-ой-ой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Пришелец, отвали. Хе-хе-хей. Камикадзе, ты взорвался не вовремя, не в том месте, не в нужное время. Ну, так, давай-ка я еще одну БФГшку вызову. Посмотрите, какой разнос получается, ребят. Оу-оу. Паладина похитил, гад. Ты понял, он меня похитил, паладина. Этот, за серия. Слушай, а что мы с вами ждем-то? Давайте вызовем в конце концов эту друидку и все, и дела у нас наладятся. Сейчас, секундочку. БФГшку он похищает, да? Ты смотри, похитил все-таки одну. Ладно, ребята, минута 19 секунд, нам нужно успевать. Как говорится, БФГ фиг поймаешь. Она вот, смотрите, с каждым выстрелом все дальше и дальше отходит, поэтому это очень круто. То есть вплотную к ней довольно проблематично подобраться. Вот этот пришелец, конечно, нервирует меня, но мы его забомбили. Так, идем дальше, продвигаемся. Давай-ка вот так вот сделаем и, наверное, еще одну БФГ вызовем. Также зомби-камикадзе нам здесь пригодится. Так, ну что, ребят, самое интересное, что моя-то друидка и отхиливает, и что только не делает. И отталкивает этих пришельцев. Все, что хочешь, она делает против них. А мы с вами в куражах. Вот мы уже начинаем потихонечку, ребята. Подожди, нет, не начинаем. Я думал, что мы уже пробиваем башню, но ничего подобного. Хотя все, вот, ребят, пошел процесс уничтожения. Давай вот так вот сделаем. И... да. Добили таки мы все-таки, а? По красоте. Ну что же, переходим с вами на третий этап и смотрим, кто у нас тут прибавляется. Так, морпех-слизень. Вот это уже посерьезнее, ребята. Это такой же... Гаврюша, как моя БФГ, тоже стреляет, и причем у него массовая атака. То есть, если он попадает в отряд, он не одному юниту наносит повреждения, а всем, кто стоит рядом. То есть, противная такая штука, как моя и БФГшка тоже. Хотя, я не знаю, БФГшка, по-моему, стреляет по одному. Единственное, что вот когда луч выпускается, он пронзает всех на линии, да, огня. Так, тихо, радость моя. Давай-ка мы для начала вот так вот зомби выпустим. Чтоб тебя не... Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, слабо. Слабо, ребята, бомбит у меня. Оу, нет, только не этот Гаврюша, а. Только не этот Гаврюша. Кого он похищает? Естественно, он похищает паладина. Ему никого не надо, давай только паладина. Хе-хе-хе. Слизень испугался и убежал. Слушай, надо здесь, наверное, нам вызывать нашу богиню. Фу ты, богиню. Друидку, конечно же. Друидку, какая богиня. Так, секунду, ребят. Вот, я ее вызвал. А что она одна сделает? Эй! Ее сейчас быстро тут раскумарят-то. Этот тотем там ворует. Пускай ворует лучше тотемы, верно ведь? Так, ну, пробиваем. Должны пробить. Вот так мы еще подсобим. Да куда ж ты? Зомби, ты... Я не понимаю, куда ты пошел? Взорвался где-то в ненужном месте. Зачем ты там-то взорвался, а? Зомби-камикадзе, ну елки-палки. Так, друидка, давай выставляй тотемы, чтобы этот охламон, который полетит, тырил тотемы, а не наших бойцов. Ну где он? Я его не вижу. Где, я спрашиваю, этот охламон? Почему не... вот он летит. Так, нет, он все-таки похитил. Ребят, 55 секунд у нас времени. Надо поторопиться, в конце-то концов. Давай-ка мы вот так вот еще завербуем. Нет, не завербовали никого. А как он там? А как ты оказался-то сзади всех? Я что-то не понял вот этого юмора. С какого вдруг перепуга он здесь-то появился? Чудеса какие-то просто творятся здесь. Ну, базу будем сегодня клепать? Должны разбомбить. Так, ну это жаба с пушкой для нас не показатель.
У нас идет полный отхил, поэтому нам пофиг. Все. Видите? Изи. Немножко ребят, конечно, начинает вот лагать. Я не знаю почему. Даже на мобиле играю. Мобил довольно-таки серьезный. И то там лагает, когда вот именно друидка. Кто-то мне писал в комментариях, когда вызывает термина 9000, особенно 2 или 3 штуки, там вообще, говорит, ужасные лаги. Почему они так вот сделали, да? Вроде бы игра простенькая, а когда много персонажей, начинает лагать. Так, смотрите, ребят, самое интересное, что здесь улитка добавляется. Улитка нам бы здесь нежелательно. Нам бы эта улитка нежелательно, потому что она будет нас здесь доставать. Ну, ладно, мы попробуем с вами пройти этим же отрядом. Сейчас он будет, наверное, выпускать именно улитку, скорее всего. Давай-ка вот так вот. Ха-ха, я был прав. У меня он должен выстоять, по идее, да? Да, он выдержит буквально, ребята, 2 удара улитки. Ага, вот так вот он делает. Хорошо. Оглушил, молодец, молодец. Так, давай-ка мы вот вызовем зомби. А-а-а, паладин, паладин, нет, только не паладин. Епарасете, я ему на зло вот так вот сделаю. Вот так вот я ему сделал. Давай, взрывайся. Да чтоб тебя. Ай-яй-яй, как нехорошо. Как нехорошо и некрасиво, ребят, получается. Опять паладин у меня идет первым. Сейчас его, ребят, могут похитить, этот пришелец зловредный. Или же не успеет. Наверное, не успеет. Посмотрим сейчас, что произойдет. Отлично, хорошо. Давай вызвать еще одного мечника. Ну, взорвался. По красоте. Так, ну что, я думаю, надо вызывать уже друидку. Уже пора. Уже пора это, ребята, делать давным-давно. Потому что времени мало осталось. Времени очень мало. Нам нужна вспомогаловка в обязательном порядочке. Так. Ну давай, друидка, быстрее, ускоряй там наших юнитов. Нам пора, как говорится, идти в бой. Ну, да елки ты палки, он взял паладина, стырил, а? Друидка, я тебе сказал, вызывай свои тотемы. Чё ты там стоишь, жмешься, это я не могу понять. Что ты там выжидаешь? У моря погоды или чё? Ой, как бомбит. Ну хиляет тогда в конце. Вообще ничего не делать, ни хиляет, ни это. Кто мои БФГшки все разнес? Да что ж ты будешь делать? Не получается, ребят. По времени не успеваю просто-напросто я. 28 секунд. Как тут успеешь? Друидка не хочет работать. Похищает у меня, естественно, самых мощных юнитов. Не каких-нибудь там размазенышей. Ну. Давай. Радость моя. 9 секунд. Эй, нет. Это, скорее всего, ребят, ну, уже нереально. Придется переигрывать и брать другой отряд. Ну, сами видите, 2 секунды. Ну, никак. Ладно, опыт, по крайней мере, мы с вами получим. А опыт бесценен у нас. Слушай, и нам, кстати, очень сильно здесь мешает вот именно жаба с молотом. Она как танк просто вот достает и все нас. Я вторую друидку позвал. Хе-хе. Ну-ка, давай вот так сделаем. Хоп. Вот этот пришелец, как же он меня нервирует, а? Вот на самом деле. Смотри, что делает. Смотрите, смотри, он паладина против меня, ребята, вызывает. Вот так вот происходит это дело. Смотри, 2 друидки у нас. Не можем справиться, блин, с паладином. Ё-моё. Фигею просто с этого. Ну, вы должны тут все просто этими тотемами обложить, облепить. Нет, ничего не делают. Только лаги. Ужасные, ребята, лаги тут появляются. Ну-ну-ну-ну-ну. Да добьем мы все-таки базу-то эту сегодня или нет? Ну, есть, взрыв на макаронной фабрике. Нет, конечно же, мы будем с вами переигрывать и брать другой отряд. Отряд будет у нас имбовый. Это вот этот. Я думаю, что мы здесь должны справиться. Улитка, конечно, будет нас нервировать, но... Так, квест завершен, тактик. Это 5 раз, наверное, сыграть, да, отрядом Б. По-моему, такое было задание. Ну что? Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай так, Ронина. Ронин не выживает, к сожалению, понятно. Будем знать. Ну, молотильщик, конечно, это глупо было вызывать его сюда. Но он бомбит, по крайней мере, ребят, неплохо, согласитесь. Воу-воу-воу-воу-воу. Летит, летит. Я как раз ждал вот этого момента.
А почему не пробили? Почему, я спрашиваю, мы не пробили? Так, улитка, блин! А эти, как всегда, встали в кучу, блин. И радостно стоят. Ну, побежали, побежали. Я вызову, ребята, пилу. Точнее, молотильщика увеличать, правильно. Ты смотри, что он творит. Он вызвал ее против меня. Давай так сделаем. Ну давайте, ребятушки, ну что же вы. Все, короче, нам здесь ведьма нужна. Это какой-то бред уже получается. Это уже, ребят, бред. Ускоряемся. И ведьма. Ведьма вышла. Пока, правда, она дойдет, это сколько времени уйдет. Но этим охламоном хана. Давай так сделаем. Пришельчик долетался. Ага. А воблер получается сильнее, да? Моего этого молотильщика. Так ведь выходит. Все, ребят, ну здесь однозначно наша победа. По любасику просто-напросто. По-другому быть не может. Вон там вербует. Все хочется завербовать кого-то этот хитрый охламон пришелец. Да. Комба, ребята, показала, что она рабочая и дееспособная. Так, ну что же у нас здесь? Ох. Лорд пустоты. Ну что же, я рад, что он здесь. И я рад встретиться с ним, потому что он сейчас получит жарких люлей от меня. Надо только сделать все по уму. У нас, кстати, одинаковые базы с ним. Только у него база, по-моему, будет покруче. По фулочке прокачана, чем моя. Ладно, это ничего не меняет, все равно я его должен наказать. Ну, опа, 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 пулечки, папу. Давай вот так сделаем. Черт, двоих сразу же, ты понял? Так, боевая жаба идет. Слушай, если я успею вызвать ведьму, это будет вообще круто. Успеем? Да, должны успеть, ребят. Должны успеть, вот. Так, вжарим. Пускай взрывает вон в зомбаря. Вот так вот. Делов-то на копейку. Хопа! Разложился чувачок, да? Просто-напросто. Ну, где там твой этот, лорд пустоты? Я же знаю, что ты его будешь сейчас... Вот он. Недолго нам пришлось ждать. Вот он и появился. Так, что тут происходит? Давай. Жух. Да не того ты, конечно, Ронин бомбанул. Но все равно по красоте уничтожили в хламину. Заряжаем. И уже начинаем, ребята, расколбашивать базу. Слушай, ну все великолепно получилось. Даже, я бы сказал, хорошо. Даже базу, карточку базы получили. Фух. Слушай, на одном дыхании прошли мы с вами вот эту вот территорию захватчиков. Что нам дадут? Так, бородавочник и пришелец. 10 тысяч. Хорошо, замечательно. Мы с вами переходим на долину. Да? Нефритовая долина. Там терраконовые войны у нас. Но я думаю, что их здесь, наверное, не будет. И мы с вами сможем победить. Так, забираем здесь гемы. Одержи победу в битвах на аренах. 15 раз, что ли, нужно? Слишком много. Так, ну давай забежим в магазин и посмотрим. Потихонечку. Совсем немножечко мне осталось, ребята, и у нас будет 81 уровень. Вот так вот я стал выходить из этого трудного положения. А раньше я почему-то их не покупал. Ой, ёлки-ты-палки, ты посмотри, Ронин. 86 уровень, уже 86. Блин, мы только начали уже... Ай, как быть? Моего он порвет однозначно. Зомби-камикадзе. По-моему, этот у нас, да, отряд предназначен против Ронина. Мы же камикадзе именно для этого, по-моему, с вами брали. Или я что-то путаю? Сейчас проверим. Если мы успеем, конечно, его еще вызвать. Давай, зомби. Посмотрим, подорвется он сразу же или нет. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Так, теперь нам нужен паладиныч. Оп, а успеем ли мы, паладин? Мы вот так вот с вами успеем. Ты посмотри, кто вышел. Мы не сможем, ребята, здесь, по-моему, справиться. А если вот так вот? Зачем я? Я же так раньше делал, ребят. И мы проигрывали мы. Мы так проигрывали. Слушай, а зомби сносит их. Обоих причем, и Ронина, и этого журавлика. Но не хватает
Не хватает, ребят, мощей, к сожалению. Не хватает ни мощей, ни мощных юнитов, чтобы можно было... Ну, смотри, что происходит, а. Ну, ты припух уже, что ли, совсем, а? Одного за другим-то вызывать мне. Зомби, куда ты... Куда ты пошел, а? Нет, слив. Здесь однозначно, ребята, слив. Оу. Да, а как же мне тогда тут быть? А как мне тогда здесь быть? Как выигрывать, а? Есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи? У меня что-то... Он достанет меня своим Ронином уже. БФГХ здесь не тянет. Так, ну давай подумаем хорошенько. Этот отряд не справляется, да? Хотя зомби Камикадзе очень хорош. А здесь кто может помешать? Абсолютно никто. Но я буду пробовать. Я буду пробовать, потому что других вариантов нету. Ниндзя, как прикрытие. Да нет, скорее всего, тут будет нам маг-воин. Но опять же, как это все будет происходить? Как это все будет происходить? Ну, проверим. Да. Ну, Ронин. Да ну, хорош ты, ядрить тебе на корень. Не прокатило, ребят, к сожалению. Я не успеваю просто-напросто вызвать вот мага-воина. Маг-воин, да, на удар, в принципе, ложит. Если вот так вот. Пять не вовремя все это замутил. Слушай, ну вот сейчас хорошо идет, но мы уже, ребят, с вами получили повреждение и... Ну, не вариант. Нету прохождения. Да ладно! А вот из-за такого, ребята, говнюка мы можем с вами сфейлиться в любую секунду. Вот так он выбегает просто-напросто в неистовстве и все. Черт, я не знаю, что делать. Я просто в шоке, в затерянности. В растерянности. Ульта, ульта, да, это не то, ребят, все не то. Ладно, опыт хотя бы получили. Слушай, а как же нам тогда быть-то? Как же нам тогда быть? Этот отряд не справляется. Этот тем более не будет справляться, потому что здесь... Потому что здесь... А почему бы и нет? А, Ронин. Ронин же выбегает, да? Голема он сносит сразу же. В принципе, с удара. Ёкаламэне, а? Голема он сносит с удара. Это опять же, если он выбегает в истерике. Если выходит просто, но он быстро дойдет. Он там сразу же с этим идет, да? В паре с журавликом. О, смотри, сейчас он разнесет его просто-напросто, ребят. Если бы голем мог бы оглушать. Ну никак. Никак. Не получается, ребят. Фу. Да хорош ты, еще и так. О, вообще. Заколбасили, а. Тратим, ребят, тратим. Пока другого варианта я не вижу. Иди отсюда, хайкает мне здесь. Все, короче, сейчас вызываем баллисту. Я надеюсь, что я не зря слил 10 гемов. Надеюсь на это. Иначе будет финита ля комедия. Так, ладно, вроде бы пока держим. Все под контролем. Но опять же, в любую секунду может все измениться. Так, запускаем фаербол. Еще одну баллисту. Ну все, теперь, ребят, точно победа здесь будет за нами. Просто вот эта вот короткая дистанция от замка до замка. Я не успеваю, ребят, просто-напросто расстроиться. Поэтому мне пришлось здесь потратить все-таки 10 геймов. Вы уж меня простите. Так, а здесь у нас опять та же самая фишка. Терракоша еще добавляется. Терракотовый воин, который, блин, превращается в камень, которого фиг пробьешь. В общем, как будем контрить? Я не знаю. Если этот в истерике выбежит, нам, опять же, все равно ничего не поможет здесь. А он будет выбегать или нет, как думаете? Стопудово выбежит сейчас. Я просто жду. Ой-ой-ой-ой, если бы я знал, что это, я бы лучше... А-а-а. Да чтоб такое, ну-ка. С удара или... Так, да чтоб. Вот против этого журавля, блин, ну ничего, ребята. Не помогает. Тьфу. А? Не успел. Он, ребят, не успел все-таки меня пробить. Мне нужна срочно баллиста. Срочно просто баллиста. Ну,
Поехали. Так. Так. И подходит. Ну, пока держимся, ребят, пока держимся. Да давай ты быстрее, ты... Вот. Нам нужно тут просто держать, ребят, все это под контролем. Да сюда. Фаербол. Замечательно. Продвигаемся. Ребят, время еще есть, 1,5 минутки. Фух. Главное вот здесь вот стоять. Лучше возле его замка стоять, чтобы не было вот этих вот преград лишних, ненужных для нас. Так, еще одна баллиста. Две баллисты сейчас быстро будут этих всадников на журавлях этих разбирать. И Ронин там нам не помеха. Упс. Пардончик, да, как говорится. Все, ребята, тут уже ясен перец, победа будет за нами. Я еще фаербольчик вот так вот, оп, для заправочки. Yes, of course. Замечательно сработано. Да, пришлось мне, конечно, в первом этапе потратить... Ой, елки-палки, еще и тигр здесь. Еще и тигр вдобавок. Не было, как говорится, печали, когда тигра мы встречали. Елки-моталки, а? Будем пробовать этим отрядом. Слушай, ну тигры же у нас имеют душу, которая вылетает. Как быть-то нам тогда? БФГ, что ли, брать? Ладно, попробуем все равно этим отрядом. Нам никуда не деться, нам придется бороться, драться с этим тигром. Как бы мы ни юлили здесь, как бы мы ни хотели здесь ухитриться. Так, Ронин. Ты смотри, 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 смотри. Ну это разве честно, ребята? Это нечестно, это нечестно. Сразу же выбежал. Псих ненормальный, блин. Конечно, он сейчас нам базу распылит всю. Наверное. Вызывает одного за другим, а? Ты посмотри на него. Одного за другим вызывает. Вот так вот. Тигр. Да дуплись ты уже, тигриная морда. Надо же, душу даже не вызвал, а? Это что-то с чем-то. Так, давай, 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 мыши. Плюйте во всадника на журавле. Как же я хочу прокачать своих чумных мышек по полной программе. То есть, чтобы они были с фулл звездами. Блин, если бы только знали. Душа? Естественно, душа. И сразу все полегли. Ну, кроме, конечно же, моих чумных мышей, потому что они в воздухе. Да, мы прошли этот этап, но что нам это стоило? Нам стоило это фейла. Фейла по урону по нашему замку. Так, ладно, а если я выберу... Подожди-ка, у нас вот... А, тут энергии нету. Хорошо, давай попробуем этот отряд. Не знаю, что мне это даст. Ронин сейчас по любасику выбежит в истерике. Как мы можем его, ребят, проконтрить? Смотри-ка, вышел спокойненько. Без нервов. Давай проверим, кто кого. Хе-хе-хе-хе. Мы его, ребята, мы его... Твою ж макареку, а? Да ну, хорош ты уже! Да, ты что, издеваешься, что ли? Я не понял. Демон, блин. Так, тигр, иди-ка отсюда, а? По-добру, по-здорову. Не... Ты видел, что произошло? Душа просто сносит, ребят, любого. А-а-а, поджарился говнюк. Так, ниндзя. Давай ниндзю вызывать. А что нам делать, ребят? Нам больше делать нечего. Ай, да ну! Да ну фигня полнейшая. Ну как тут? Ну как тут можно сделать-то, ё-моё? Ну все хорошо пошло. Так не понос, так золотуха. Фу, опять сфейлились. Опять сфейлились, ребят. Опять придется тратить 10 гемов. 20 гемов за игру, ребят. Понимаешь? 20 гемов. Ну, другого варианта нету просто. Просто я не вижу другого выхода отсюда. Так, уничтожай, да? Тотальное уничтожение идет. Я жду, ребят, специально ведьму. Дождусь ли я ее? Вряд ли. Так, сейчас суперудар будем применять. Ну что-то Ронина не мог добить-то, что ли? Ё-моё! Вот, понеслась. Понеслась, родная моя. Так, тигр. Тигр сейчас должен отдуплиться, в принципе. Очень мощная штука вот эта вот, тигринная душа, ребята. Она очень много здоровья отнимает. Вы это, наверное, увидели, да? Успели глянуть.
Ну давай, выходи, выходи, я сейчас тебе своей ультой. На-ка! Конечно же, душа сразу вылетает, ребят. Только еще Ронина не хватало. Так, ну что я могу по этому поводу сказать? Да ничего. Жух! Вот так вот, если только. Что тут происходит, а? Ну как тут? Фу, Ниндзя, ты молодец. Ты молодец. По красоте получилось у тебя. Погнали. Душа, естественно. А как же не душа? Вот она ведьма, ребята. Главное, что у нас тут по времени ничего страшного. Нам главное не получить урон по базе, и все. Так, будем наказывать всех. Наказывать, я говорю, будем всех. Сейчас тигр выйдет, и опять все тут отдуплятся, да? Опять все отдуплятся. И вся моя армия, которая здесь стоит, просто сдохнет в одну секунду. Нет, тигр сдох спокойно. Ух! Ну вот вы сами видите, как сложно, ребята, на самом деле. Без шуток, я вам говорю. Так, давайте-ка мы, наверное, купим еще пару бутылочек, может быть. Хватит нам на level up. А это восстановится вся энергия, то есть это будет замечательно для нас. Ну-ка, где они? Вот они, 40 тысяч. 40 тысяч стоит, блин. Это мне нужно еще, ребята, один бой сделать. Поэтому не жалко, как говорится. Ух, давай-ка. Нервный смех Вуджен, ребята, здесь прибавляется. Помимо вот этих всех охламонов. Ё-моё, Вуджен. Как же нам не хватало его, а, ребят? Как же нам не хватало Вуджена, а? Слушай, зато, по-моему, нету тигра. Да? По-моему, нету тигра. Так, ну что, этот псих там побежит, нет? Нет, почему-то не побежал. Он вызвал Терракошу. Ладно, будем бомбить Терракошу с вами. Вуджен. Пес, тебя побери. Давай вот так сделаем. Тыч! Так, проплевываем, проплевываем. Зачем я баллисту вызвал? Зачем я, блин, спрашивается, вызвал сейчас баллисту? Я не понимаю. Ой-ой-ой, чумная мышь сейчас погибнет. Погибла уже. Какое у него может быть, блин, сопротивление? Я не понимаю. Давай, 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 Вуджена, накажи Вуджена. Он взял его, просто оттолкнул. Вот так вот. Ну, фаербол, полетел. Всех там к ногтю. А этот Вуджен сейчас будет за спиной стоять, да? И бомбить потихаря, а? Все, короче, он меня достал. Тут нам нужен дед. Я вызываю, ребята, деда. Тут у нас все-таки время идет. Это вам не просто так в разгулочку тут ходить. Ну давай, 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 дедуль. Вот так вот, молодец. Упс, нет. Ты посмотри, что сделал. Прям в деда бомбанул, а. По времени сольемся. Не можем пробить, смотрите, что происходит. Просто не можем пробить, вот и все. Этот дракон, он и летит. Я не могу прям, смотри, у меня баллиста просто не успевает, ребята. Она появляется и тут же сразу погибает. И эти стреляют в этого, в нефритушку, блин. Так, а что мы с вами тогда делали, вы не помните, а? Мы же как-то с вами хитро так сделали, что-то поменяли маленечко и довольно изейше прошли этот этап. Я же помню, что он был у нас. А вот что мы сделали, не помню. Тут, по-моему, ребят, какая-то заваруха нездоровая. Давай ускоряться. Потому что мы так можем тут зависнуть надолго с вами. Ульта, конечно, не особо хорошая у нас. Ну, я понял, что мы по времени слились. Но попробуем все-таки набрать с вами немножечко опыта. Нам нужно и опыта, и немножко и денег заработать, чтобы откатить полностью себе всю энергию при повышении уровня. Так, давай, дедуля, выходи. Мы тебя заждались. Забомбили все-таки. Так, смотрим, ребят. Сколько там? 6 тысяч получил, по-моему, да? Ну-ка, а сколько у нас денег в общем сумме? Было 8, по-моему, да? И сейчас еще 6 в плюсе. Ух ты, хватает. Мне нужно было 40 тысяч. Так, давай посмотрим. Посмотрим. Есть!
Да, вот так вот, ребята. И практически все гемы, которые мы с вами потратили, отбили. Фух. Слушай, ну давай апать. Конечно же, будем апать мой убер-супер-пупер отряд. Обязательно это сделаем. И пойдем с вами в очередной бой. Слушай, а по-моему, здесь молотильщик у нас лишний. Вот в этом отряде его не должно быть. Я серьезно говорю, его здесь не должно быть. Он вообще из другой оперы. А кто был вместо него, я не помню. По-моему, молотильщик. Но мы возьмем сюда прыгуна. Мы возьмем сюда с вами прыгуна, которого тоже нужно прапать маленько. Все. Так, и давай, наверное, вот этот отряд. Да, на многое, конечно, не хватило. А вот эти вот деньги, которые, ребят, я потратил на ап, я мог бы потратить на опыт. Но это все ерунда. Нам нужно с вами пройти этот уровень. Ну что, пробуем? Была не была, поехали. Вся надежда на прыгунов. А, я, кстати, вспомнил, ребята, как мы проходили. Мы с вами брали, по-моему, некро. Вот некро мы с вами брали, и она здесь... Слушай, по-моему, да, действительно так и было. Хм. Ладно. Посмотрим, ребят. Точно не помню, но, по-моему, так оно и было. Так, прыгун, да? Ой, прыгун, Вуджен. Здесь у нас, ребята, Вуджен. Так, поехала. Хоп. Ну-ну-ну-ну-ну. Ты будешь Вуджен? А-а-а, наказали Вуджена. Вудженчик-то наказали мы. Все-таки умудрились. Так, я не понял, какого, с какого, блин, перепуга-то тут происходит? Так, перепрыгивает у нас. Скочит. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Всадник на журавле подбили, отлично. Так, давай-ка мы поможем. Слушай, я что-то не понял, куда у меня эти-то все деваются? Все мои бойцы куда-то девались. Ай-яй-яй, опять у нас времени с вами мало. Времени, как говорится, в обрез. Все, ведьма вышла, сейчас попробуем за счет ведьмы здесь как-то выиграть. Если она, конечно, выживет. Ну, урон вроде бы терпимый, да, по ней? Поехали. Так, все, минус Вуджен, ребята, минус Вуджен. 48 секунд у нас с вами остается. Есть вся надежда, что у меня... Смотрите, оборотень прыгает. Попрыгун мой там бомбит, но, к сожалению, его перехватил Пирокоша. Вот так вот, в принципе, да, прыгун стоящий чувачок, поэтому надо брать его именно в такие миссии. А здесь у нас прибавляется Вуджен с тигром. Ну тут вообще, короче, имбовая. Вы помните, да, кстати, что у нас происходило в прошлой серии или в позапрошлой? У нас точно-точно такое же было положение. И вот этот вот ветродуй нам абсолютно ничего не давал сделать. Абсолютно ничего, поэтому я думаю, может быть, вот этот все-таки взять отряд. Вся надежда на баллисты, но при условии, что там не будет сзади Вудженов. Вот только так, другого варианта здесь не дано. Либо слив, либо победа. Все. Но тут еще Ронин. Об этом тоже не стоит забывать. И он может выбежать. И он уже бежит. И он уже бежит, ребята. И практически, ребята, ушатывает мне этого, как его? Джаггернаута. Да сейчас еще и Голема сейчас... Нет, Голема он не победил. Но... Во, смотри, смотри, что происходит. Ты понял? Он просто одного за другим вызывает, и все. Как специально. Ну, давай вызовем. У нас другого выбора нет все равно. Так, а вот этого надо хлопчика-то убирать. Блин, даже фаербол его сразу не убил. Ты представляешь? Насколько у него дури много. Насколько у него, ребята... Твою ж макареку! Называется, ребят, я только вызвал баллисту, и его сразу же снесли. Да. Смотри, уже босс идет. Да-да, вон он, на подкатике идет. Сейчас начнет тут свою песню, раздувалку. Поехали. Ну, естественно, Ронин у него в истерике бежит. Ну, все, тут понятно, слив. Даже не буду тут сопротивляться. Вообще моментально. А вот теперь давай, поехали. Посмотрим, кто кого.
Где там твой Ронин, псих? Не вижу, не вижу. Вон он бежит. Сейчас деда накроет. Ты ч? Чё? Обалдеть! Всех туда нафиг. Всех туда, к стенке. Погнали. Упс, пардончи. Так, тихо. Ну, естественно, ну вот как же без духа-то, ё-моё. Ну как вот без духа? Да никак. Так, чумная мышь, ну. Какая ты слабая чумная мышь, а. Я просто в шоке, что тут происходит. Просто в шоке. На самом деле мне нужен дед. Ну, блин, отталкивают. Давай так сделаем. Ай, да какая-то ересь получается, ребят. Ну, я не знаю, что нам тут еще. Что нам еще тут. Ты посмотри, у него с каждым разом получается все время вызывать этот дух. Ну и что? Конечно же, постоянно выбегает в истерике и вон и Ронин. Да, ребята. Какой вообще победе тут может быть идти речь? Когда у него вот с таким фартом все получается. У него просто фартовый отряд. Мой отряд тут вообще, знаешь, не считается это. Сосунки. Мой отряд сосунков здесь. Естественно, у него с каждым разом Ронин выбегает в истерике. Дух постоянно выпускает. Лев, тигр выпускает свой дух. Как тут пройти? Да никак. Просто. Просто никак. 37 секунд. Что я тут за 37 секунд сделаю? Да ничего. Вот только фаерболы могу запускать тут. Петарды в небо, так скажем, блин. Ой, ядрить, макарить, а. Вот, Жен, ты меня достал, вот серьезно говорю. Вот он меня здесь достал. Нет, надо брать тот отряд. С прыгуном, со всеми делами. Это фуфлометка все настоящая. Просто фуфлометка. Тут не катит, ни шиша, блин. Вот Жен это достал, блин, упырь, блин. Просто достал. Я еще раз говорю, ребята, вот жалко, здесь нет такого юнита, который может блокировать магию или способность вражеских отрядов. Вот это было бы вообще имбово. Просто имбово. Ну, естественно, дух, конечно же, сразу же дух вылетает. А чё бы нет-то? Давай ускоряться, у нас уже все равно, ребята, слив по времени. Пройдем так пройдем, не пройдем так. Раз через раз, да. Да. Заморозка, хоп, давай деда, давай фаербол. Все, он, ребята, просто сдался, он даже никого не вызывает. Только лишь опыт и только лишь деньги мы с вами здесь зарабатываем. Денег 9 тысяч зарабатываем. Так, я все равно, ребята, пройду этот этап. И пройду я его вот этими, надеюсь, что у меня получится. Надеюсь, этот отряд не подведет меня. Так, давай ждать прыгунов. Прыгунки — это хорошо. Ну что там, где там псих-то этот? Будет бежать или нет? Естественно, будет, ребят. Ну, хопс. Все. Сливаемся. Я офигею, блин. О чем тут можно говорить, а? Ну, о чем? Иди отсюда, ты достал. В дюпель просто достал. Он уже босса, ребята, вызвал. Вот как он успевает вызвать и босса, и всех, а? Давай, поехали, так. Всех туда. Обратно, откуда они вышли. Он не даст сейчас нам. Все, он просто будет отталкивать нас вот так вот. По тупорю. Надо же, мы с вами как-то умудрились. Да что ты будешь делать-то? Все, разнесли. В хлам. Не буду я тратить 10 гемов, ребята. Ну, я не вижу в этом смысла. Так, Вуджен. Прыгун. Сейчас будем с вами немножко изменять. Нам не нужен здесь... Нам здесь не нужна, скорее всего, ниндзя. Или нужна? Я хотел просто поставить сюда камикадзе. Я убираю ниндзю.
И ставлю сюда. Слушай, и ставлю сюда вот так вот. Во. Так, некро, давай-ка мы тебя немножечко прапаем. Слушай, ну это опять же против Уджена не сработает. Некро некро, и, как говорится, ее черепки и скелетики, вот эти, которые он вызывает, все меркнут под натиском души тигриной. Все абсолютно меркнут. Ну что, выйдет в истерике? Если выбежит, то хана. Нет. Нет, ребятулечки, он вышел спокойно, ровно, никого не нервируя. Так. Жух. Замечательно. Еще опять спокойно вышел, ребят, смотрите-ка. Спокойненько, блин. Ну, естественно. Ну как же, как же. Так, он всех тут сносит, да? Поехали. Душа, душа. Ну, и все, все, ребята, что были у меня отрядики, все полегли. Вот и все, вот вам и ответ. Кто там? Он уже... Да как он может так делать? Как он может уже вызвать, блин, босса? Ну это же не... Ну это, ребят, ну я не знаю про СТ, а? Я не знаю, как ему это удается. Давай-ка вот так сделаем, попробуем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Смотри, что происходит. Ну-ка, прыгун. Я не могу, ребята, здесь сделать ничего. Не могу, просто-напросто. Я не могу пробить. Ты понимаешь, я не могу, он вызывает этого говнюка вот этого вот. Пошел ты знаешь куда, блин. Он меня просто достал. Он просто достал меня уже, вот серьезно вам говорю, блин. Достал и все, блин. Я не удивлюсь сейчас, дух тигра, естественно. Как же без него? Ну как же без него-то, естественно, ребят. Естественно, сейчас и Ронин, нет? Не в истерике, я удивлен. Я просто удивлен этому. Ну, давай, расколбас делаем. Расколбас делаем. Сейчас душа тигра и все, и хана нам. Ну как тут можно? Ребят, ну как? Ну посмотри, ну что происходит, а? Давай вжаривать нафиг. Есть. Пипец. 30 гемов, ребята. 30 гемов сплавил на игру, на сегодняшнюю. О, ну хоть дали 10 тигра и 9 всадника на журавле. Более-менее реверт. 10, ребят, ой, 30 гемов сплавить. Офигеть. Да. Ну что ж, давай продолжаем. Кто-то из подписчиков писал, я уже, говорит, на сотом уровне. Я представляю, что там творится на сотом уровне. Так, ну что, давай, наверное, так выпустим. И, наверное, нам нужен здесь... Нам нужна баллиста здесь обязательно, ребята. Тут колобки, все дела, сами понимаете, да? Чем это? Упс. Ой-о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 й. Так, сейчас начнется здесь, да? Расколбас. Так, баллиста нам в срочном порядке нужна. Да идите вы отсюда, достали уже. Так, молодец, баллиста, прикрывай, пожалуйста. Прикрывай моих солдатиков. Бомби, бомби, как никогда. Сколько их, смотри, а? Этих головасиков повылуплялось. Обратно к стенке пошли, а? Вызываем Джаггернаута. Слушай, ну здесь хорошо, здесь нормуль. Все, можно сказать, победа у нас в кармане. Карточки только собираем с вами. С карточки до манну. До фаербола запускаем. 30 гемов, мне что-то так, ребята, это аж прям взбесило. Ай, прям вот не могу место себе найти. А иначе никак бы я не смог пройти. Мне нужна была манна, понимаешь, вот только из-за этого. Потому что у меня 500 манны было, и мне пришлось, ребята, активировать 87-й, 86-й уровень. Так, ну что, сюда, наверное, стоит вернуть обратно. Кого? Ниндзю, конечно же. Ниндзю уже, кстати, тоже, ребята, дает слабину. Да, по большому счету. Единственное, что нас спасает, это когда она уворачивается от смертельного удара, превращается там в полено в какое-то, и все.
больше никакого толку нету от ниндзи. По урону она уже слабовата, и причем слабовата довольно сильно. Так, давай-ка мы... Слушай, а мы можем с вами и вот этим отрядом поиграть, кстати. Кто у нас тут? Так. А я попробую. Я попробую вот этим отрядом. А вот что-нибудь да у нас выйдет. Я не понимаю все-таки, почему у врагов все размазано, все размыто. Это неправильно, ребята, этого не должно быть. Кто там будет выходить-то? Ага, чумная мышь. Чумная, ребята, мышь летит, ну! Да паладин еще... Так, БФГ теперь нам нужна, в срочном порядке БФГ. Ну, тыч! Ладно, предположим. Предположим, блин. Вот и все. На этом, наверное, наши предположения закончились, нет? Слушай, а по-моему... Ай-яй-яй-яй-яй. Только хотел сказать, по-моему, нормуль. Да ладно тебе, вот это... Все, сфейлились. Ну вот как вот так вот можно? Я не понимаю, этот говнюк со своей чумной... Не, ну тут тоже уровень, ребята, очень много чего зависит от уровня. 86-й, на 6 левелов выше. Все, короче, тут проиграли, этот отряд здесь не заходит, не идет. И гемы я хрен буду тратить здесь. Фух, хорошо, ладно. Где мой супер-пупер отряд? Будем все-таки им тогда проходить. Попытка не... Какие? Да куда я кликнул-то? Не надо было мне сюда идти. Давай вот сюда вот, поехали. Вторая миссия. У меня уже все, у меня уже нервы, ребят, шалят, елки-палки. На расслабоне не получается, надо кофейку дряпнуть. Так, ну что же, давай ждать, кто там у нас пойдет. Чумная мышь летучая, как всегда, начнется с нее же, да? Ну, естественно, ребят, для этого мы с вами подготовили бонус вот такой вот. А? Что там задергалось? Что затрепыхалось? Летучка! Вот и все. Двигаемся дальше. Давай Ронина вызовем. Ю-ху! Так, замечательно. Так вот сделаем. Ведьмишка, ты готова? Я тебя хочу призвать. Ты мне здесь сейчас нужна будешь. Ниндзя просто отдупляется от одного удара, ребят. Обалдеть. Нет, некро, тебе здесь уже никто не поможет. А мы просто сейчас будем здесь разбирать все это дело. Ну. Давай. Всех колбасим здесь. Ульта пошла. И расколбашиваем замок. Есть. Фух. Все сложнее и сложнее и сложнее становится с каждым разом, ребят. Ну что, давайте, наверное, еще один уровень пройдем, ребят. И пойду я отдыхать, потому что... Что-то я расстроился из-за 30 этих гемов, которые я потратил. Эх, не могу прям. Может быть, конечно, если посидеть, подумать, можно было бы и пройти, не тратя их. Но это сколько времени и сколько манны бы ушло. Понимаете, да, к чему я и о чем? Ну-ка, сможешь, ниндзя у меня? Сможет, должна. Да, отлично, хорошо. Сопротивление даже у... Слушай, я не знал, что у ниндзи есть... Сопротивление к яду. Оно есть. Оу, тихо, расколбас-то тут такой не детский был. Всех туда. База бомбила им. Ронин, хопч. Даже нехрен не помогла. Вылезла только, да, ее сразу, оп, Ронин. И к ногтю. Давайте, все, базу разносим. Ниндзя. Ниндзя одна, наверное, ничего не сможет сделать. Фига, зомби сильнее, чем моя ниндзя? Это какой-то нонсенс прямо, а? Давай, поможем. Все. Аливидерчи. My friend. Это у нас был только третий этап. Четвертый. Предпоследний. Энергии здесь нету. Здесь, конечно, полным-полно, но этот отряд показал, на что он способен ни на что, грубо говоря. Так. Попробуем, значит, вот этим. Сможем одолеть, не сможем. Это все сейчас покажется нам. Так, ну давай. Так, фу ты, привидение. Это ладно, это ерунда. Привидение как бы еще стерпится. Сейчас полетит, ну естественно. Сразу же начинается с чумной мыши у него.
Так, давай. Я не знаю, зачем я все время вызываю ребята Джаггернаута. Может быть, как живой щит? Опс, как бы мне сейчас. Понятно. А нет. Да, все-таки получили мы повреждение. Я думал, повезло нам, но никакого везения абсолютно здесь не было. И мы свалились, поэтому ускоряемся, ребят. Тэй. Вот, а вы еще представляете, сказать, зачем тебе нужен был этот, ребята, опыт? Вот для этого, ребята, он и нужен был. Ты представляешь, я на 81 уровне не могу здесь никого заколбасить. А я на 80 и тем более я бы не смог бы. Вот так-то, вот то-то и оно. Смотри, что происходит. Просто меня тут прижимает. И ничего здесь уже мне не поможет. Это привидение доставучее. Да, все, сфейлились. Ладно, ребятушки, на вот этой вот хреновой, так сказать, ноте я буду закругляться. Мы с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в Tower Conquest. Так что всем пока и удачки. До новых видосиков.